Короче говоря, домашние питомцы. Я проснулся. 9 утра. Я проспал экзамен. Надо бежать. Кто это? Это моя жена. Это мой ребенок. Фух. Это был сон. Последний экзамен я сдал 12 лет назад, а мне все снится, это ерунда. Сходил в туалет. Попил воды. Попил чаю. Попил кофе. Попил кофе с молоком. Попил молока без кофе. Сходил в туалет. Решил еще поспать. Опять забыл, что я женат. Дочь смотрела мультик про улитку. Я тоже смотрел. Она сказала, что хочет такую же. Или братика. Это шантаж. Выбор дался легко. Хорошо, что мультик был не про удава. Рыбка все это время молчала. Наверное, обиделась. Мы оделись, обулись. Вышли на улицу. Дочь сказала, что забыла взять игрушку. Вернулись, разделись, разулись. Долго выбирали игрушку. Заодно поиграли и вылечили куклу. Взяли пингвина. Оделись, обулись. Вышли снова. Дочь сказала, что пингвину одному скучно. Вернулись. Взяли дельфина. Теперь я буду носить это весь день. Где они живут? Нужна влага и тень. Поехали в лес. Улиток нет. Поймали ящерицу. Хотели взять с собой. Она была против. Отпустили. Поймали еще одну. Поиграли. Тоже отпустили. Поехали в другой лес. Нас встретили комары. Они начали нас кусать. Мы пошли прочь. Поехали дальше. Увидели здание. Решили погулять и подурачиться. Улитки вышли посмотреть. Это успех. Всех поклонников мы забрали с собой. Нашли еще нескольких. Поехали домой. Помылись. Помыли улиток. Им понравилось. Сказали им чувствовать себя как дома. Они осмелели и сильно разошлись. Пришлось забирать свои слова обратно. Сделали для них аквариум. Насыпали земли. Поставили бассейн. Присвоили 5 звезд гостиницы. Заселили. Позвонил друг и спросил, что я делаю. Я ответил, что готовлю ужин для улиток. Он повесил трубку. Наверное, у него села батарея. Вечером провели время вместе. Поиграли в одну игру, потом в другую. Подурачились. Нагуляли аппетит, поужинали. Все понравилось. Снова поиграли, потом пошли спать. Рыбка продолжала обижаться и молчать. Короче говоря, домашние питомцы.